Желтый против синих. Опыт или молодость? Во дворце спорта «Волга Спорт Арена» в честь Дня всех студентов прошел матч по хоккею с мячом преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений региона. 3 года назад по инициативе Федерации хоккея с мячом России была инициирована такая акция. Называется она «Татьянин лед». Данная акция проходила 2 года по всей России, но не знаю, почему-то в этом году ее не провели. Но Ульяновск живет хоккеем, Ульяновск дышит хоккеем. И скажу так, что мы продолжаем поддерживать эти и хорошие инициативы. На лед вышли по 8 человек от каждой команды. Стороны настроены решительно. В этом случае оценка не пойдет в пользу ученика. Мы сегодня отдыхаем, мы сегодня стираем рамки между преподавательским составом и учениками. Это делать, наверное, все-таки 1 раз в год можно бы даже полезно. А студенты, они нас побаиваются, поэтому и единоборства не идут. Но не знаю, мы никаких ничей, по крайней мере, не предполагаем таких договорных. Преподаватели хотят выиграть. Мяч летит в ворота и звучит свисток на перерыв. Первый тайм завершился ничьей со счетом 8-8. Хочу сказать спасибо нашим преподавателям, потому что они вступают в наше положение. Не сказать, что помогают, но с уважением относятся к нашей профессии и понимают нас. Поэтому и мы будем к ним. Во второй части игры преимущество то и дело переходило от команд к команде. Но на последних минутах победу своих наставников вырвала молодежь. Товарищеский матч завершился со счетом 11-10 в пользу студентов. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.